Красное запустение ромашечки, пробиваются дикие. Ну, надо приводить в порядок, конечно. Позарастало все, пруд не в порядке, замок не в порядке. В общем, такой savage garden. При этом богатейшие люди же, то есть они могут запросто там скинуться. Для них это как кофе попить, миллион евро и привести территорию и замок более-менее нормальный вид, но нет, видишь, как бы ему так хорошо, так их устраивает, чтобы был декаданс. И Бельгия также, к сожалению, все тоже. За 20 лет упадок много где, большие изменения.